Утешителю души истины, и же бездесый, и вся исполняя сокровище благих, и жизни подателю, приди, вселися вны, и очистены от всякие скверны, и спаси, блажи души наша. Благословим, Господь, не присно веки веков, аминь. Господи, молим Тебя именем Господа нашего Иисуса Христа. Благослови наше собрание, занятия по Слову Твоему Святому. Даруй много милости, Господи, чтобы слова Твои эти пробудили в нашей душе чувство искренней веры к Тебе, Господу и Творцу. Чтобы можно было нам и поделиться этим с другими людьми, этой радостью слышания слов Твоих и разумения Его о спасении. Поем. Слава Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Дева Сына, и на Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь. На окружке прям там утонул. Михаил, Дева Сына. Бассейн, я кошечный заглянулся. Я пошел туда уже. А, ну, лишнее брать. Я просто не трезвит. Ой, да я лишь. Евреям. Пропусти. Послание святого апостола Павла. 5 глава, 8 стих. Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию. Навык. Толкование. И это по причине плоти и немощи слушателей, ибо у них еще не было надлежащего понятия о нем. Мысль здесь следующая. Таково было благоговение его, что то, что он был услышан, было более делом его благоговения, чем благодати Божией. И за это почтил его Бог и внял его молитве, хотя... Как сын, он и имел к нему естественное дерзновение. Настолько было велико его благоговение и достойно почтения. Поэтому не унывайте, имея Господа, которого выслушивает Отец. Итак, о чем вы не попросите Его, исполнит для вас. Об этом и сам Христос в Евангелии говорит ученикам. Ибо Отец мой более меня. Евангелие от Иоанна 14:28. И о чем не попросите Отца во имя Мое, даст вам. Евангелие от Иоанна 16:23. Привык, говорит, повиноваться Богу Отцу, научившись всему путем страданий. Кажется просто невероятным то, что здесь говорится. Ибо каким образом научился послушанию через страдания тот, кто до страданий настолько был послушным отцу, что и сами страдания воспринял вследствие послушания. Ибо, говорит, был послушен даже до смерти. Филиппийцам 2:8. Итак, понимаешь, что так как они, как малодушные, оказывались непослушными, то он говорит уничиженное о Сыне Божием, чтобы... таким состоянием его убедить их повиноваться и оказывать послушание воле Божией, и чтобы они не падали духом в несчастьях, но ожидали бы помощи свыше. Ибо, говорит, и сын, претерпевший, сын с большой буквы, страдания за послушание, был услышан отцом, и душа его была избавлена от смерти. И с того времени он постоянно научился повиноваться Богу, так как послушание имеет большую силу. Итак, если он получил пользу от страданий, то тем более вы можете получить. Видишь ли, как апостол Павел ради пользы слушателей дошел до того, что, казалось бы, говорит нечто несообразное. Вопросы? А что нечто несообразное?
Казалось бы, говорит нечто несообразное. Ну вот что, ну Сын Христос, и вдруг страданиями послушания, как бы страданиями навык послушания, вот это, наверное, несообразно. То есть обычно послушных детей отец как-то милует, балует, как бы, а тут страданиями, вот это вот, мне кажется, несообразно. И вот он как-то вот так апостол Павел подводит, что... Может быть, то, что исполняет дела отца, он не нашел в людях поддержки. Оказалось, то, что оказалось добром, люди посчитали это за зло. И взяли и его... Страдания-то идут-то от кого? Ну, не просто от Бога. Люди же их страдания сделали. И главное, свои. Пришел к своим, свои его не приняли. Ну, то есть, получается... Господь сделал все для того, чтобы спасти людей, и послал Сына Своего, чтобы спасти. А ему пришлось претерпеть ради этого страдания. Может быть, это несообразность? Но это, вообще-то, это, конечно, несообразность, что там говорить. Но, с другой стороны, я не могу сказать другого, о чем тут говорится. Несообразность. Вот еще раз последний абзац прочитаю. Итак. Вывод, как бы, если он, Христос, получил пользу от страданий, то тем более вы можете получить. Кто вы? Евреи? Ну, евреи, ну, послание. Ну, да. Ну, пускай евреи, но верующие, вот. Верующие во Христа. И видимо, евреев притесняли сами же иудеи-то, и они страдали. То есть, кого, за кем вы пошли? Да плотник, он распятый, да вы что? Ну, да, вот, скорее всего, они от этого и гнали. Апостол же, Павел же, он был на ихней стороне, а потом оказался предателем. Он же вместе с ними гнал христиан. И потом, кто был наш, а тут оказался казачок засланный, как они его видели-то. Однозначно. И он им пишет, он даже пишет-то, он им даже не подписывается. Обычно во всех посланиях апостол Павел, а здесь напишу апостол, он даже читать не будет. А он так хотел, чтобы они приняли Христа, как ему свет с неба сиял. Вот. Поэтому он их убеждает. Вот этим. Ну давай, Никиту спросим. Че? У меня самого вопроса, вы меня спрашивать хотите? Ну давай. Давай, задавай. Ну вот это послание евреям он писал, и все доказывает в этом послании о перемене священства, что были вот левиты, теперь стал Христос первосвященником. А почему Дух Божий Павлу не подсказал Павлу, чтобы он сразу написал, что будут, вот есть пресвитеры, вот есть диаконы, вот есть епископы, вокруг них церковь, остальные все будут там через тысячу лет, будут еретики. А все так прикровенно, ну, даже слово не указано так. А вот написал бы сразу, ни один бы сектант бы не сказал нам, а вот где-то сказано в Библии, что вот, пресвитера, там вот рукоположенные от первых времен, нигде Библии об этом строчке нет. Может, ну потому, как что... нет, ну есть, брат, ты что? Послание апостола. Сказано напрямую. Колоссянам есть там в начале самом говорится, что в начале положил треугольный камень Христос, потом там на нем идут, кто там строится, пророки, потом апостолы, учителя, пресвитеры, то есть так-то все сказано, что еще тебе надо говорить. Все сказано, по идее, и все это было растолковано, и все понимали. А потом дружно как бы забыли, хотя вот они тебе и подьяконы, и чтецы, и все есть же, до наших времен дожили. Но о них не говорится здесь, да. Ну, не говорится, потому что это все и так было тогда ясно людям, они жили так и служили. Нет, ну это преемственность рукоположения, нигде не рассказано об этом. Ничего себе, меньше рукоположения. Почему? Он говорит, ну у нас тоже есть свои, а вас когда был рукоположен? Сам себя рукоположил, окунулся в воду. Ну, еще как да бы, как, да ладно, ты что, а Тимофею, вторая Тимофею говорит, поставлен мною рукоположение, которое тебе, как там, точнее... Возложение рук священства. Да, возложение рук священства, и здорово. Как я тебе приказывал, поставь пресвитеров там и так далее, все, и перед этим он рукополагает и говорит,
Тебе священство, он сказал, как там идет. В общем, возгревай себе дар, данный тебе сказал. Да, 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 дар, данный тебе через мое рукоположение. Что еще-то надо, ты что? Сам отвечаешь. Это, сколько, по-моему, 4 места таких есть, где говорится о рукоположении, которые мы сектанту предоставляем. А других нету, все. И потом только объяснения идут. Беспрекословие. Ну а другой тогда вопрос, а что, они говорят, что у них есть священство? Кто они-то? Мы же на сектантов перешли? Да. Не, ну мы перешли плавно, потому что вопрос-то его был не о сектантах. У них вообще нет священства. Просто мы как бы сейчас рассказываем, как православным, что нет, есть места писания, и вот как бы отвечаем, что нет, вот о священстве сказано как. И что отличается рукоположение Тимофея и Тита, отличается от рукоположения пресвитеров, потому что он говорит, поставь, как я тебе приказывал, пресвитера, значит он уже явно не пресвитер. Раз он ему приказывает, то есть апостол получается как первосвященник уже, ну, как бы так будем говорить, как митрополит. Митрополит говорит, значит, епископу своему викарному, там, ты теперь поставил рукоположи священников в тех-то областях. Ну, то есть тут явно все прям говорится. Другое дело, что не написано, что ты священник или там иерей, как мы привыкли, а написано пресвитеров. За что сектанты-то и цепляются? Ну, они цепляются, да. А как вот ответить, что есть, вот у Игнатия Тихоновича я слышал, что первосвященник раз есть, значит, логически есть и священник. Не, ну написано священство, вообще пишется везде, ну, священство. Да, непереходящее, да. Да. А если священство, то пресвитер переводится с греческого как священник. Вот и все, на еврейский, если брать. Как старец, скорее, пресвитер, ты старел уже. Не, ну это должность просто, это понятно, она может быть разной, иерей, там, протоиерей, там, и так далее. Но это должность, это пастырь, который блюдет за овцами Христовыми, являясь здесь на земле для них руководителем, там, ну как пастухом. Об этом и говорится он и в 10-е, да, Евангелие от Иоанна. Какой пастырь свой, его овцы знают, идут за ним. В общем, говорится о Христе. А в меньшем говорится о пастыре, то есть священнике. Давай, Володя. Дело в том, что этот вопрос я изучал, слава Богу. И там один, думаю, из первых стихов Писания, который о священстве говорит, от Евреям 6.2. А апостол Павел говорит, что начаток этих учений написано «возложение рук». Он перечисляет о суде, там это вот это. И одна из них – это «возложение рук». Вот с этого все начинается. То есть «возложение», как в церкви было. Это установленное учение, и притом оно еще является не только учением, а еще и является таинством. То есть когда происходит рукоположение, епископ его рукополагает. Вот, и от этого отталкивавши, уже потом там к Евреям, вот 7 глава, там 3 места Писания, Евреям 7.7, Евреям 7.12, Евреям 7.24. Вот 3 основных там местописания, которые опираются. 7.7 это беспрекословно, меньше благословляется большим. Там 12-е, я сейчас не помню, то ли неприходящее священство, то ли по-другому там уже сказано. Это вот доказательство. Вот. То есть, когда сектанты говорят, что нету прямого указания на преемственность, они лгут. И прямое есть. Есть, просто им закрыто и не видят. Нам Бог открыл, мы это видим, прямое доказательство, что с переменой священства быть с переменой закона быть перемене священства. Перемене, отмене. Они отменили, говорит, они же священников наших не признают. И еще. Они не признают рукоположение. Раз не признают, значит, они признают священство как институт. Еще рукоположение, добавлю немного к этому же. Рукоположение, оно идет от помазания пророков. Пророки помазывали, и помазание это являлось избранием. А теперь, а потом дальше, и апостолы помазывали. А потом перешло это на рукоположение. Рукоположение. Апостол Павел уже говорит о рукоположении. Хотя до этого было помазание. Это одно и то же. Возложение рук и для избрания или помазание. Или возлияние. Возлияние, да. Ну помните, как Давида избирали, Саула как избирали. Да и вообще всех так избирали. Там, и даже еретиков, которые потом были еретиками, их избирали и все беспрекословно им подчинялись. До определенного времени, конечно. Ну, вот это вот таинство, когда имеет право то Дух Святой дать, это именно только епископские руки, как я понимаю, по Слову Божию, если смотреть. Почему священнику дано это вот, елей, который освященный, да, которому после крещения-то дары Духа Святого-то.
печать Духа Святого. Ну, это позже уже было. Раньше непосредственно на епископ руки ложил, а потом начали варить мира, чтобы всем бы хватило, когда не было достаточно епископов. Вот наш священник Завьяловский Александр, отец Александр, говорит, что мы без епископа. Это уже звучало где-то на собрании не так давно. Игнатий Тихонович об этом говорил. Вот я хотела бы еще, потому что Завьяловские некоторые смотрят наши ролики на YouTube. Ну, пускай они еще ролик посмотрят сегодняшний. Батюшка вот возгласы делает. Кого он поминает? Молитесь же. Да, кого он поминает? Ну, сами скажите. Митрополита. Какого? Илариона. Илариона. Епископа. Ну, висит письмо у нас. Митрополит чем? Висит письмо у нас в храме, да. В храме висит письмо, что якобы он отказался от нас. Вот он три вещи висит в храме. Отказался. Нету там слова отказался. Вот, ну какое-то ж есть там письмо. Какое-то есть письмо, я не знаю, дословно. Нету там слова отказался. Что ты придумал? Как оно есть? Вот это было пропечатано, это письмо в епархиальной какой-то, в епархиальном журнале. Вот. И вот эти три письма у нас висят. О еретиках и в конце, что наша, как секта, Игнатий Тихонович еретик. Вот это вот о том, что Иларион вроде как нас покинул, все. И третье, значит, Кызылская епархия, как там что на нас имеет. Вот эти три, так сказать, документа в кавычках, эти висят у нас в лавке при входе в храм. Вот. И, я пыталась вот с ним как-то говорить, вразумить вот не так давно с отцом Александром. Ну и нет, еретики в одну душу и все. Хотя 10 лет назад он тоже обзывал еретики и шумел на нас, сейчас спокойно все это говорит. Вот. И в конце концов вынужден был просить прощения. Да, я рассказывала об этом. У меня, не у людей, у всех, хотя, конечно же, у всех надо было просить людей, потому что этим начиналось и этим заканчивалось у нас литургия. Он так прямо, как сказать, с агрессией, с такой вот, с недовольством. Люди не знали, многие ушли из храма, что так, как себя ведет, непонятно. И о ком говорят, непонятно. Тогда люди еще многие не знали об этом. Вот. Ну вот и сейчас такая обстановка. Вот как в этом случае-то быть? Буду знать технику. Вовремя. Самый момент. Игнатий Тихонович. Вы не слышали наш разговор? Нет, конечно. Но у нас в храме до сих пор, хоть я и старалась с отцом Александром поговорить на эту тему, он это не принимает. Висят три, так сказать, документа в кавычках. Для меня они в кавычках. От Кызылской епархии в наш адрес. Нехороший. От того, что мы не имеем епископа из епархиального журнала. Вот Иларион вроде якобы от нас отказался. Вообще у нас никого нет. Кто мы? Мы вот две общины. А кого это касается? Отец Александр, у нас да, он от нас заботится, что ли? Он заботится, чтобы наши прихожане к нам, к вам вот не ушли. Вот и все, больше он заботится, чтобы свечки покупали у него. Да. А да, спасение он понятия не имеет. Да. Какой-то там Дулевич, Козырская епархия, этот сказал, Степаненко, эти щенки-то, говорит, лают на кого? Они ничего не знают совершенно. Под кого-то лечь. Это Жириновский сказал, Пугачевой. Под кого вы не подстилаетесь-то, говорит? Под любого правителя ложитесь. А вы под каким епископом? Ни под каким. Андрей Кураев их всех там разоблачил, голубое лобби. Мы ни под кого, мы ни под кого не ложимся. Я говорю, если бы с этими документами пойти в суд, какие? Выиграли бы. Ну вот эти три документа, которые висят у нас в храме. Да зачем тебе выиграли. Это? Ну, время. Поначалу у меня вот такое было настроение. Да не трать даже. Ну что, он говорит дальше, еще из этого. Ну ничего. Его здесь нету? Нету. Он этой радости не имеет. Ты его пожалей. Да жалею. На меня нападает сколько? Сейчас я пересчитал, так и я запечатал. Примерно 5000 уже. А как людям объяснять? А кто зачем? Смотрят, ронят, или вообще не касаться этой темы? Вообще молчи, можно. Нет, раз он в храме говорит об этом, что мы еретики не имеем епископа. Обожжу. Я сейчас людям выйду и скажу, я не дурак. А вот ты скажешь, вот действительно дурак вылез. Я буду доказывать, что я не дурак. Я не вор, я не блудник. Вот когда говорит человек об этом, заботится так, что-то там есть. Вот у нас сегодня я там прошел, так я снимаю, и сразу некоторые вот так вот отворачиваются. У нас есть такие. Да вы что? Да, поработай над ней. Поработай над ней, она к тебе рядышком. Она вот так вот, как это, щека бесноватая. Боится, чтобы красота ее не ослепила там публику. Нет, на горячем рассоле уже не выйдешь.
Уже мятое, давленое, и все заботятся. Так он что говорит? Он не ходите ко мне на занятия. Я не хочу, слушай. Не ходите к ней на занятия. Не надо говорить, не надо. Он говорит, он не архиерей. А в школу воскресную, говорит, построим, тогда будем заниматься у нас. А скажи, там занятия не проводят. А скажи, зачем они к тебе должны люди приходить? Ну я зову. А? Зову, толкование изучать. А у вас есть такие люди, которые хотели бы вас пригласить? Вот в храме он отбивает. Ну, приходит ко мне одна, душа одна пришла, вот как раз по скайпу изучаем занятия. Дважды была, помолитесь, Галина. Она бывшая прихожанка. Бывшая прихожанка наша, ну не ходит, редко-редко сейчас в храм ходит, и редко на исповедь. Я говорю, а ты в пост не собираешься на исповедь? Никак, ничего, нет, не собираюсь. А что толку мне, говорит, исповедать одни и те же грехи? Давай остановимся. Вот одна прихожанка, она верующая-неверующая, она приходила, вы это запомнили? А раз не запомнили, это все мекина одна. Ты продолжай делать. Вот мы живем в городе Барнауле. Против нас яростная борьба идет. Вместе КГБ, уполномоченный по религиозным культам, Войтович. У него власть такая была здесь, местной благочинной, больше, чем у всех епископов. Да. И они ничего не могли сделать. Мы постоянно собирались, продолжали молиться, продолжали вести занятия, ходили в лес, гуляли. Они нам никто не помешает. Златоуст говорит, если ты сам себе не вредишь, тебе никто не повредит. Вот они против нас. Ну еще где они против-то? 5000, это вопрос еще. 5000 человек, и они матерят. И говорю, в трех матерках 4 матерка получается. Один с двое на матерке, я никогда раньше не знал. Ну еще из этого, ему тяжело, поскорби о нем. Он лает. Ну теперь что, я должен на четвереньки встать и тоже гавкать на него? Не, он сейчас спокойно говорит. Так нас вообще не должно интересовать, спокойно или неспокойно. Галя еще хотела сказать. Оле вопрос состоял в том, что на нее нападают, что мы еретики. И она спросила, скажите, кто наш епископ, чтобы я могла им сказать, что мы не самочинное сборище. Да не надо говорить, нет епископа у нас, нету, мы прямо ко Христу относимся. Нам недостаточно, что приезжает митрополит, служит. Он говорит, это так, я его тоже понимаю. Это так, подожди, скажи, вот это так, ты скажи митрополиту, за углом не скрипи, он тебя давнет, а тебя жижа одна потечет. Это так, с собой едет секретарь, едут эти семинаристы. Едут певцы, это все так? Это так, печатают в журнале. Боже, и с таким человеком ты разговариваешь? Разговариваю. Это он считает митрополит так придурком каким-то. Так если он когда людей это обманывает. Лучший митрополит может во всей патриархии. Представьте, он был епископ, он архиепископом дня не был, его сразу митрополита вознесли. Это как Гагарина. Полетел там лейтенант, а вернулся майор. Майор. Минуя капитана. Оля. Это все. Перестань дурить, просто. Зачем тебе слушать эти басни? Так я в храм хожу, я не буду. Он лает на тебя, но ты встань на четвереньки, облай его. Нет, он на меня не лает. Он говорит ложь людям, ложь сам Бога говорит. Ты о нем заботишься сейчас? Так он не может. Он не может иначе-то. Ну да. Он не прописан там, и поэтому здесь, кому он принадлежит, он вот так вот крутится. И не надо вообще думать о нем даже. Только помолись дома, поскорби, как ему тяжело. И он просит меня, чтобы я молилась. Арестованный Янгус. Его вызывают, и тогдашний там... как сказать, канцлер или кто там назвать, он дает ему гарантию. Ты приедешь, ответишь, и тебя отпустят. Приехал сразу, запечатали, посадили, потом сожгут. И вот к нему представили одного охранника там. И он заходит, и, ну, видно, охранник охраняет, и задает ему вопросы. А Янгус так внимательно посмотрел на него. А скажите, как вы считаете, вот когда священник совершает там таинство, то... нет, хлеб остается хлебом или нет? Он внимательно посмотрел на него, понял, что это никакой не рабочий, это кардинал. Переодетый. Они искали, он говорит, конечно, это великое таинство. И это помогло ему? Нет. Они его сожгли. Но ныне, там, когда 15 июля, по всей Чехии каждый год пылают костры. Он Христову кровь отстоял, как Тютчи пишет. Они причащались хлебом одним. Не надо смотреть. Во-первых, они обманули, король обманул. Теперь эти, которые сделали, они что, сумели, что? Нет. Они всю Чехию сразу от себя отбросили. Чехия была навсегда потеряна из одного человека. А теперь они говорят, вот Мартин-то Лютер был бы, папа сегодняшний, он как бы нам помог. Все. На днях, где ролик скинули, католические там епископы, кардиналы рукополагают в епископы лютеранам. Мне говорят, а это же настоящая церковь будет. Я говорю, нет, к рукоположению нужна истина еще. Арий был рукоположен.
Обычно, когда пишут об еретиках, то говорят, какие они плохие, там, горбатые, слюнявые, там. А они когда говорят, какой он был импозантный, как он выйдет, какая речь была. Он говорит такую речь, как будто бы оратор Греции древней. Но он еретик. И церковь его под этим именем всегда ставила. В истории рукоположен настоящий патриарх, еретик. Я говорю, так вот вы теперь, лютеран, вы должны от них взять, чтобы отреклись от ереси Лютера. Еретик он. И вы всю жизнь были еретики. Я им пишу туда теперь, это уже в католическую церковь-то. Вот что должны они сделать. Это принять каноны, Никео-Цареградский символ, бороду не брить. А католики, которые рукополагают, все бритые стоят. От кого вы принимаете-то? Я им все по полочкам разложил, все согласились. И потом никакая это не церковь. Никакой, это обман. Еще конкретный вопрос. Кто наш епископ? Тебе батюшка сколько раз отвечал? И ты задавал, ты еще провоцируешь. Ты епископ. Успокойся. Ну, я так понимаю, что наш епископ батюшка, митрополит Сергий. Батюшка, не стоял. А кто у нас епископ? Да. Батюшка, ну, вот все. На этом месте стоял, тебе объяснял. Что тебе непонятно? Непонятно. Еще раз объясните. Так, объясни тебе. Да. Написать. Митрополит епископ. Епископ. Он к нам приезжает. Приезжает. Все. Почему мы его не поминаем? Поминаем, батюшка, когда он приезжает. Его. А когда не поминаем, мы поминаем русскую православную зарубежную церковь, которую мы не отрицали. Есть правила, которые людей отрекаются. Заметьте, вот патриарха Кирилла не поминающие, они его не поминают. Не поминают. Это отдельные выделились люди, там Лонгин, Жар, фамилия его. А так, что упоминали и за это преследовали, такого в мировой истории никогда не было. Они бьются за поминание, а не за непоминание. Хорошо, Иларион наш епископ? Наш митрополит. И два у нас епископа, Сергий и Иларион. Они здесь были вместе, и батюшка с ними был. Они здесь были, Иларион приезжал, Сергий был, и батюшка был, и оба благословляют. Ну, Игнатий Тихович, ну как Иларион наш, если письмо есть, в котором Иларион черно по белому пишет, Крестовоздвиженская община и Анфима Никомедийская, не моего двора овцы. Не говорил так? Нет, не говорил так. Не говорил так. Он здесь был на Алтае, он даже не заехал. Не говорил, еще раз. Ну зачем так это? Хорошо, давай твои слова. Зачем говорить? Я понимаю так, митрополит Сергий, наш епископ. Обожди, все, для меня больше ничего не надо. Значит, те, кто говорят, что мы сейчас московские патриархии правы. Послушай, все понятно. Ты сказала, какое слово сказала? Он сказал, не нашего двора, проще. Ну я не помню дословно, как он сказал. Он сказал, в списках не числятся. В списках каких? Вот другой раз. Все, которые у него приходы есть, не числятся. Значит, мы не его приход. Да тебе списки правильно нужны или что? Это да политическая игра Путина. Галя, успокойся. Они сказали, мы ставили план. Теперь это называют объединение. Объединения не было, а акт, значит, признания. Больше ничего не было. Все остальное фальш. Мы не обманываем. Батюшка был там. На всех, которые съезды там были. А об объединении речи даже и не было совершенно. И никакого разговора. А теперь из-под сукна они вытаскиваются, как говорится. Рыло. И что мы теперь должны делать? Речь шла в каноническом признании. А мы и до этого признавали. Мы ничего не меняли. Теперь они говорят. Теперь мы уже узнаем, что они говорят. А теперь, которые не поминают патриарха, там в Австралии и другие, лишь бы они признали благодатность Московской патриархии. А мы всегда признавали. И они не поэтому, значит, введите нас по тому ресурсу, причисляйте к австралийской епархии. Таких, которые не поминают патриарха, много. И они остались русская, православная, зарубежная церковь. Мы ничем не отличаемся от них. А вот пускай у нас, вы не мыслите шаблонно. Вы скажите, а было ли такое в мировой истории, чтобы община, ничем не погрешившая, а была отброшена. А там они и Ирахли, и Хазрой сидят и думают, а кого их отнести? И теперь решили, Путин здесь 362 пункта получил одним махом. Путин это разведчик. 362 пункта за рубежом, которые теперь его любят и которые все ему там сообщат, когда приезжают. А что он сделал? Ничего не сделали. Они решили, так, 5 лет проходит, 15 числа, чтобы ни одного прихода не числилось. Но они есть. Ну, есть пускай, но только вычеркните, потому что мы назначили, людям сказали, и все. Ко мне приезжает в лагерь, 15-я комиссия, краевая прокуратура. Они дали отчет. В лагере никого нету. Приезжают, а мы ведем занятия, дети играют. Я их не пустил. Полковник краевой прокуратуры. Так, я говорю, вы что хотели?
ну, знаете, нас послали дать отчет, что лагерь закрыт. Я говорю, не закрыт. Но мы можем сказать, что выехали сегодня, и уже дети в пути. Не можете сказать. У него бумага, ему не с чем возвращаться. Брать никак нельзя. Они постояли, я их напоил квасом. До свидания. Теперь я встречаюсь. Генерал-лейтенант Параскун. Я говорю, как? Не обижались? Ой, говорит, такая, говорит, строгая дисциплина. Я говорю, да, рожа. Нет, говорит, им очень понравилось. Они через ограду наклонились, а у нас занятия идут там в лагере. И дальше не пустил. У него написано. Я тебе сказали, 25 мая, чтобы ни одного прихода за вами не числилось. И они это сделали. А они числят, а пускай числятся. Это политика. А вы развесили уши. А кто у нас епископ? Митрополит Илларион. Но мы на равных его признаем с этим. Мы его не уменьшаем. Сергий – это дар Божий. Аминь. Два раза в году приезжает. И он написал на меня характеристику. Не куда-то, а в русскую народную линию. За Игнатием Тихоновичем Лапкиным нет ни канонических, ни догматических нарушений. Ну, все, не выявлено. Все. И он приезжает, я у него лично причащаюсь. Кто он? А он еретик. Это еретика причащает. Значит, его за хвост да в яму. Ну, маленько, то... ну, отойдите. Вот написали, а под кем вы? Не под кем. Это ваши семинаристы под вами. Вы блудите с ними, а мы не блудим. Мы ни под кем не лежим. А то под каким вы епископом? Замучается чиститься, если на нас полезет. Действительно, под каким? Чего как, малые дети? Тебе объяснено, кто Илларион у нас. Но у нас одновременно этот епископ. Мы написано, пишет доктор богословских наук Павел Бочков. Две уникальные общины. В необычном положении находится Московский патриархат, доктор богословия. И они у себя все напечатали в этой печати. У себя в Покровском. Покров, кажется, Покровский собор или как там называется. То есть они зазирают нас, нет, приезжает к нам епископ, митрополит Илларион, и возглашают, диакон при нем. Помяни, Господи, святейшего патриарха, дальше, митрополита Иллариона, митрополита этого и Всеволода, который на территории относится. А мы Всеволода в глаза не видели, но территория оказалась к нему относится. Он наш, ну, не было, он всех против нас травит. Но это положено по чину. Мы его никогда не поминали и не будем поминать. Всеволод, он приехал, войну нам объявил. Ваш приезжал священник, всем запретил, со мной будете иметь дело. Это волки. Я ему как ответил, он сразу, все, от меня сразу отлип. Не проглотишь эту кость. Слишком колючий и вонючий. Кто у нас? Каждый день батюшка сегодня причащали, кого поминал? Че, как игрушку устроили? Это политика, политика, зачем она нам нужна? По политике они решили так. Все приходы поглотили. Не получилось. А за рубежом как? Зарубежная церковь так и остается. РПЦЗ. Так и остается. А как? Они договорились, она будет. Но то все не поминает пускать. Но только мира получает от нас. Мира мазать. Понятно? Ты не знаешь, а без мира крещение-то только таинство, а помазания уже не будет. Ну, ты маленько простой, да разве Бог может зависимость моего спасения от Путина ставить? Или от патриарха? От того, что они скажут. В чем в самом деле? Ты заботься о том, как ты согреть. А под кем вы? Не под кем. Мы Христу отдали свою жизнь. Это вы рабы. У вас никого нету. Ни одного епископа не слушаете. Крестите, как попало. У нас два митрополита. Да. И ну, такого тоже нет. Скоро патриарх еще будет. Почему Павел пишет этот? Бочков, доктор богословия Московского патриархата. Две уникальные общины. В уникальном положении находятся. И к нам претензий нету, нет патриархии, ни оттуда. В списках не числятся. Там еще как маленькие дети. Он сказал, не моего двора. Но у него, может, лучших овец за всю жизнь его не было. И с батюшкой он встречается и в Австралии, и здесь, в Барнауле приехал вместе. Надо смотреть. Нельзя подруг. Ну ладно, что. Пусть, говорит, хоть горшком назначат, только в печь не сажают, там жарко. Да. А то они как? Патриарха непоминаемо, нас никто не заставит поминать. Но батюшка там вынимает частицу, это его дело. Его дело. Патриарх нуждается в нашей помощи. Раз они нуждаются, чтобы поминали, мы поминали, это означает, все их 300-400 епископов, 500 сегодня, все церкви, ничего не значит, только мы. Мы не поминаем патриарху в ранней войти. А если они поминают, и он достаточно и сам молится. Да зачем мы-то нужны тогда? Соломинка это не потянет. Это говорит, что они свои молитвы ни во что ставят. Наша молитва нужна. Они готовы разорвать друг друга, только чтобы мы за него помолились. А мы молимся каждый день. Я каждый день и ночь молюсь.
чтобы патриарху Бог дал духовное рождение. Там не было ничего. Там не было. Это, ну, обыкновенный, грамотный очень человек, но не рожденный свыше. Он говорит, она полчаса слово Христос, в Библии ни разу не произносит. А верующий — высшая радость знать Христа. Он только о Христе будет говорить. Это высшая радость благовествовать. Он не пойдет на благовестие. Не будет стучаться, как свидетели сторожевой башни. Его Дворкин может быть дороже всех нас. А мы ни под кого не ложились, запомним. А под каком, под каким епископом? Под вашим епископом семинаристы. Андрей Кураев распечатал вам все это. Игнатий Ильич, недавно прочитал, как наш... Так, Сергей, я спрошу, Даша, ты понял, кто у нас епископ? Кто епископ, что ты больше не спрашивал? Кто епископ у нас? Не понял. Ну ты сегодня был в церкви? Был. Причащался? Причащался. Батюшка кого поминал? Илларионов. Все. А что тебе надо еще? Батюшка поминал за патриарха. Василия Николаевича? Успокойся. Значит, я правильно ответил. Когда мне позвонил вот этот вот Олег Сват. Даже не надо говорить даже. Он на себя берет из кизыски. Ну зачем чужую блевотину тебе разбирать и под микроскоп рассматривать? Это хуже всяких еретиков. А вот Олег Сват, он кому принадлежит? Не баптист, никто. Да я так ему сказал. Ну зачем ты с ними разговариваешь-то? Я с ними уже, он мне сегодня, вчера звонил, я не стал с ним разговаривать. Я ответил ему, что это политика. Тебе не надо отвечать, этого было. Не надо. Вообще. Зачем отвечать, когда он пустослов, еретик? У него ничего нету. Ну, опять же, как охота оправдаться. Да не оправдывайся. Ну вот ей вопросы задают. Одинаково. Человек православный, не еретик. Хочет с ней ходить на занятия. Пусть не ходит. Приходи ко Христу, не ко мне. Аминь. Если вы ведете занятия во имя себя, я тут не нужен. Зачем? Ко Христу иди, скажи. Но мы же настаиваем на то, что у нас священство. Игнатьевич, потому люди задают вопрос о епископах. Да, потому что если Христа бы мы были баптисты, тогда давай. Да, они ко Христу ведут. Я повторяю, Галя, у нас за 55 ничего не изменилось. Лет я ни разу не спросил, с кем беседую. Кто, какой ты веры? Какой деноминации? Нет, ересь. Я могу спросить, ты к какой ереси относишься? А почему? А потому что у вас нет епископата. Нет священства. Вот и весь сказ. Вот, а он сказал, прямо из себя выходит, надо отвечать, пожалей сама себя, зачем отвечать? Сатане это не надо, он все знает. Ему надо тебя вести в разговор. Повторяю, на меня 5000 человек нападают, и ни одному не отвечаю, ни одному я вообще... Игнатий Тихонович, все дело в том, что некоторые у нас люди, которые ушли только потому, что сказали, мы говорим вам пророчество, вы будете в Московской патриархии, чего вы не понимаете? Да. И теперь они хотят, чтобы в конечном итоге тут сказали все, мы в Московской патриархии, чего вы не понимаете? Повторяю. И одна, опять одно и то же, что непонятного мой здесь? Мой наказ. Сказано, ничего у нас не изменилось, ничего не изменилось. Какие? Нет, а вы в Московской патриархии, вы в Московской патриархии. Чего вы там лаете? Караван идет дальше. Да. А что ты так ругаешься-то, Игорь? Что ты так повышаешь? Галя, успокойся, у нас все осталось на том же... Игорь, мы на занятиях, я могу задать вопрос. Мне непонятно, почему ты уже миллион раз его задаешь. Миллион раз задала ты этот вопрос. Уже одно и то же. Все понятно уже. Игорь, тебе понятно. Не надо тебе. А я знаю почему. А он спрашивает, зачем тебе отвечать? Повторяю, мне всякие пакости говорят. Я никогда не отвечаю, ни на один вопрос не отвечаю, ни разу. И зачем? Я вам за того говорю, он тонет в злобе. А ты стой на берегу спокойствия. Пророчество не сбылось, значит они лжепророки. Вот и все, о чем идет разговор. Они хотят, ну, а вы все равно туда полезете, все равно вы туда залезете. Вот сколько лет прошло? Мы вышли тогда, в 2005 Игорь, году. Сколько лет прошло, как батюшка ездил? Ты 10 лет уже позади? В 2003 он ездил. Ну, даже больше. А еще изменилось у нас. Если изменилось, покажи, где. Ничего нигде нету. Было много чего. Это Бог нам дал такую свободу. Но теперь нет. Вот, то есть оттуда. А тот написал мне это. Он над нами-то власти-то не имеет никакой. Иларион, он отказался. А мы не даем повода, ищущим повода. А это-то, к этому вообще никогда не относились. Мы во Вселенском братстве находимся. В подлинном православии. Как этот говорит Павел Бочков. Игнатий разно там толкует о нем. Но тысячи людей, говорит, пришли в православие. Это что означает? И все заглохли. И это все перепечатала местная епархия себе. А где-нибудь, сколько у них приходов есть, там 20 тысяч, напечатали хоть про одного? Нигде. Они все для них одинаковые. Это две уникальные общины. Как одеяния описал, как в деревне живут, какие обычаи. То есть он все знает. Думаю, не зря тебе доктор богословия дали тебе.
Я только сегодня оттуда скопировал, сразу сказал, номер такой-то, журнал, страница такая-то, считайте. Это патриарши, патриарши, спросите. А это еретики. А сейчас, нет, они не еретики. Потому что если мы еретики, а к нам приезжает митрополит, то тут уже каноны работают. Он еретик. Теперь, а они раскольники. Колон, говорит, не колон, или не чурка, а колун. Раскольники это вы. Вы, мы ничего не кололи, мы держимся на месте. Какие мы раскольники? А что, откололи? Мы откололись. Ни в чем. Вот надо, а у них принято, чтобы числился такой епископ. А с чего-то вы ради взяли? Если мы вначале против, куда-то поехали, мы ни места не меняли, ни вероучения. С чего я должен меняться? Кому писать? Я пошел в отдел юстиции. Перерегистрация нужна. Говорит, нет, у вас все на месте стоит. Ой. Безбожники понимают, это не понимают. Крестовоздвиженск РПЦЗ. Так и остается. Да. А у него в списках нет. У него нет в списках, запомни. И он ответил правильно. Почему мы сказали? Сказали, знаешь, товарищ, вычеркни, чтобы мы сказали, что у нас нету. Им надо дать отчет. И отчет может быть самому Путину. Вы маленько раскиньте палатой ума. Они сделали так. Мы должны затихнуть и делать свое дело. Не шуметь. За нами ничего не числится. На нас смотрят с надеждой. Мы впервые увидели, что в православии такой порядок. А Василий Великий говорит, наведи порядок, а потом богослужение. Ибо порядок в церкви дороже богослужения. А нашего порядка где они возьмут? Где? Даже в греческой не возьмут. Нету. Вчера они сцепились, там красный это Евангелие, там фроликов раздают. Скажите, вот вы раздаете фроликов, там другие. Сколько Евангелий, столько-то. Покажите хоть одного человека, который обратился. Ни одного нет. А у Лапкина две общины, деревня. И все, заглохло, больше ни одного слова нету. Но вы соберите хоть 10 человек, чтобы видно было, что вы верующие собираетесь от вашего благовестия. Ни одного нигде нету. Вот и весь ответ. Игнатий Ильич, на вашем авторитете держатся все занятия вот наши в интернете. Вот до вашего прихода сюда вопрос задала сестра, я ей ответил. У нас митрополит Ларион. Спокойно ответил, так же я точно ответил, все. Но авторитета нету у меня никакого, ну, как плинтус, как будто бы там проговорил, все, скрипнул так. Ну и ладно. А вот вы зашли и сразу, а Игнатий Тихонович что скажет? Ну что он должен другое говорить, Игнатий Тихонович, когда и пню уже гнилому ясно все. Да, ну ладно, подожди, Игнатий, давай. Да, мы так ездили. Возражай. Что, еще возражение? Еще она, нормально. Я задала вопрос, я не знаю, что Игнатий так вот, ты трясешься и... Шумишь. Ну такой, небезразличный. Я не пока что не трясусь, слава тебе, Господи. Знаешь, не трать время никак. И ты всегда говоришь, кто у нас? Скажи, Ларион. Но ему дали указание, и он это сделал. Поступил правильно. По их меркам правильно, по нашим неправильно. Не говори про политику. Вот заметь, человек, чтобы тебе понятно было, арестовывают, раскулачили. Ну, я тебе скажу, Александр Трифонович, кто? Твардовский. Твардовский, это вот Василий Теркин написал, там столько всего, залез, смыкал мужик. И дальше говорит, его сослали. Сыну нигде нет ухода. Первое, отрекись от отца. Добре, значит так, из комсомола долой, или не поступишь, из университета долой, и тебя ждет та же самая дорога. И поэтому они отрекались для видимости, а тогда можно было вступать. Во всей стране это было. Отрекитесь. А были, которые не отрекались? Были. Но они на самом низу были. В скором времени их сажали, женщин всех, они все погибали. Сатана явился, и он требует свои жертвы. Кто-то не выдерживал. Ну, холодное лето 53-го года. Ты смотри, когда очки-то от него принесли, там Папанов играет-то. И он нас сидит, крутит. А этот вышел, сын-то оправдывается. Ну, заставляли нас. Я в институте работаю, я отрекся от отца. Заставляли. И нельзя судить тех, которые... Он все равно оттуда не выйдет. Ну а внутри она понимала, это мой отец, и она за него молилась и плакала. Пришла власть сатаны. Вот. Но можно было жертву не приносить. Можно, христиане стали так, подкупать язычников и говорят, под моей фамилией принеси жертву, чтобы отстали от меня. Сами не делали этого, а у них были рабы, а рабу говорили так, я тебе дам свободу. Ты иди жертву принеси, раз требуется. Ну, а отец запишет, что ты принес жертву. И церковь стала решать, так приносили они жертву или не приносили. Для церкви стал вопрос. Это политика? Да, конечно, в чистом виде политика. И здесь точно та же самая. Так две общины, скрутите их. Ну за что, он говорит? Никак. Поэтому, ну напишите, что их нету, и все. Больше ничего тут нету.
Представь, митрополит у нас приезжает, каждый раз поминает Илариона. А у него сколько... Он поминает где-нибудь? Нигде, только у нас. Нигде. И о нас они разговаривают, и где-то с патриархом. И патриарх спрашивает, как с этими общинами? Спрашивает Евтихия. А Евтихий говорит, был бы другой здесь, может, по-другому было. Был Максим. И это мы узнали уже от Максима. Он говорит, я на вертолете к вам могу полететь. Батюшка говорит, садить некуда. Припекли его, он уже готов тогда лететь. Он побыл, благословил, все. Максим-то поехал по-хорошему. Успели еще и Максимом мы даже прикрыться. Да, хотя Максим, был такой невероятный. Ну, Антоний пораньше против. Был. Антоний у меня обедал, Надежды-то нету. Пироги ел Надежда. Антоний. Да с Антонием что там говорить? С ним вообще было, вообще он как свой был. Ну, мы с ним на машине тут катались. Все. Ну, почему Сергий им позволяет так нас клеймить-то, если он к нам ездит? Ну ты реши, что они, если они говорят, что они нас патриарха, значит, все их поминания и ничего не значат, не только наши. Это говорит об их дисциплине, а не о нас. Сейчас вот Игнатий Иванович упомянул, мы сегодня зачитывали утром, да, как в скайпе, в скайпе в занятиях общаются, там Валентина Сартисон, Евгений Трапко и Роман Фролик, вот основная у них дискуссия сегодня была, вчера ли она была. И вот там какой был, что Роман Фроликов всех призывает идти на благовестие. Он бы сказал, да отошел бы, нет, он утверждает, надо и все, и это повторяет каждый раз на своем сообщении. Евгений Трапков говорит, подожди ты, я сам, говорит, пришел из сектантов, я там проповедовал, говорит, тоже о Христе. Но я сейчас пришел в православие, говорит, мне охота побольше святых отцов узнать, говорит, что время потратить на это все. Знать нужное толкование. Тот, нет, ты все равно должен идти на благовестие. Вот цепился в него. А тут выходит Валентина Сартисон и рассказала один случай, очень поучительный, между прочим. Она говорит, мы каждый раз ходили в воскресенье, видимо, ездили на службу. Ездили на поезде с дочерью. Вот, и идут каждый раз одним и тем же путем. И смотрит, говорит, по пути нам каждый раз встречалась женщина, которая делала утреннюю пробежку. Просто спортом занималась. И в оконцовке потом, говорит, она приходит в храм и рассказывает такое, говорит, когда она бегала и встречала их вместе. Они по форме одеты, да, с дочерью, с Катериной. Да? Не забывай, это так главное. Это. И это ее затронуло, говорит, как я так, я, говорит, всю жизнь отдала спорту, говорит, а к Богу, говорит, как не иду в храм. Не иду, как они в храм. Да. Пришла, они стоят. Да, и после этого она взяла трехтомник и начала еще вот этот новый застолкать. И сейчас вместе с нами, говорит, стоит в храме, молится. Все. Все. Они ничего не говорили даже. То есть дух, надо же предоставить все это Богу. То есть дух да. Святой, чтобы подействовал на людей, на человека. Мы же не знаем. А это-то... Олег Сосват, он на Марьясова напал, а тот его очистил как надо. Теперь он на Сартисон навалился. Она говорит, мы это все проходили, отстань ты от меня. Он лезет, она его в черный список и все валит. И весь сказ, ему не надо ничего. Ну представь, сидит тумба 150 килограмм, я его вепрь называю лесной, и он каждому лезет. Никого нету. И у него не, он не, я не баптист, он не адвентист, он никто. Он никто показал. Тогда, что-то... А зачем ему? Ну, против православия он определенно люто просто ненавидит православие. Почему никогда не прищищался? Да поститься надо, что там, да 150 тебе килограмм. Зачем с ним разговаривать-то? Время тратить-то. Один раз, да, можно сказать, а второй раз, говорит, после первого, второго разумления отвращается еретика. Вот, ибо он самоосужден. Еще, может быть, даже вы мало сказали. 150, самоосужден. Может, 180. Где ну, завещание такое, да? Быть в аду. И ты пожалей о нем, поскорбет. Я сегодня встал ночью и о нем помолился, об Олеге, и все. А этот Тувинский там, Антон Дулевич, он учится на священника. Ты посмотри на лицо его вначале. На лицо глянь и закройся руками, отойди. И Степаненко Максим дал такую отповедь до смерти. Он начинает перечислять, что у меня есть. У вас епархия. И в епархии там, ну, подписчиков показывает, на год раньше меня не возникли, и 3-5 раз меньше. Старик, говорит, у которого ни образования, ничего нету, почему к нему люди-то тянутся, а у вас никого нету. И он как статья это жаркнул, и они все замолкли, а его нельзя тронуть. Председатель миссионерского отдела лет 15 был, он у нас приезжал, и принял крещение. Да тут подняли, ой, какой они, гвалт. Председатель миссионерского отдела Томской епархии принимает крещение по Теряевке. Ну и все. Твое дело главное работать, не останавливайся. Он говорит, награда велика, как не угодно имя пронесут. Они решают, если я ни под каким епископом, под его не лежу, то меня не пропустят. Куда меня не пропустят? В рай? А у вас доступа туда самих нету. Мы с великой надеждой когда делимся. Еще у него, ну как раньше давали, чтобы зайти куда-то, как, ну... На танцплощадку, что вы давали маленькие, билет, такие беленькие? Билетики. Жетон. Талон, жетон. А? Жетон.
Да, вот и все. Нам не надо это. Мы радуемся в Боге. Нас удивительно Бог сохранил православие, и мы с Московской патриархией не враждуем, и Бог дал такого митрополита, даже не найдешь больше такого. Это помолить он нашим. Митрополит Сергий Иванников. Продолжим. Евреям 5.9. Телефон. Не дадут с хорошими людьми посидеть даже. Евреям 5.9. И совершивший сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного. Толкование. Итак, совершенство достигается путем страданий. Для чего же вам негодовать на бедствия, которые вас совершенствуют? То есть не только сам спасся, но и другим доставил спасение. И не временное, каково в войнах, но вечное. Для кого же? Послушных ему. Вот представь себе, новый звонок. Сегодня сколько звонков было? Нашли в Ютубе нашли, уже по скайпу разговаривать. Еще не дошел, говорит, а уже все баптистка через плечо бросил. Я только зашел и понял-то, где я был. Понятно? Это мы не сидим здесь, а книги работают по всему миру. Василий, это Бог сделал. Василий. Даже еще странно, что мы-то живые. Нас-то можно вообще было убрать, люди бы еще больше искали. А где они, где? Столько вы крутились. Вот сейчас вот говорит по телефону, я говорю, нельзя говорить больше 2 минут. И он не стал спорить даже. Но а ложусь только спать, звонок за звонком. Онкология. Почему он меня не отмечает? А я утром считаю, когда. А я говорю, да у них же сейчас 2 часа ночи. Ой, и правда. Как же вы являетесь непослушными и подвергаетесь опасности лишиться спасения? Видишь ли, по всей этой речи апостолам придан такой вид вследствие малодушия слушателей. Кроме того, усматривая и здесь возвышенное, ибо, говорит, сделался виновником спасения, что свойственно Богу, ибо нет никакого другого, кроме Бога, виновника такого спасения. Вопросы есть? Это послушание. Батюшка. Вопросов нет. Идем дальше. Евреям 5.10. Быв наречен от Бога первосвященником по чину Мелхиседека. Толкование. Так как говорит, он пострадал, принесший себя самого в жертву, то за это и наречен первосвященником. Сверх того, хотя он принес в жертву и кровь, однако же не по чину иудейских первосвященников, но по чину Мелхиседека, ибо как тот не был помазан человеком, так и Христос, но Богом, через единосущного ему Духа. Как тот не приносил требуемых законом жертв, так и этот, тот царь, так и этот, и в бесчисленном другом. Вопросы? Вы не забывайте молиться, я просил, за Глеба Грозовского и Головина Владимира, чтобы дело Господь смотрел. Они у Владимира напали, там епархии разные, а я посмотрел, и они не стоят его, кажется, шнурка одного. Да, Новосибирская. Головина, что ли? Да. По зависти. Это да. Который молитву поставил на деньги? Да. Молодец. Что сказать. У него 700 рублей, 1500 молиться. Присоединяйтесь. По-божески. Молитесь. По-божески еще. Что, с сайта его? Можно на 5000 заказать, на самом деле. Сайт, посмотрите его сайты. Там все, все акафисты, все деньги закладываешь на карточку ему, забрасываешь. На фон, или на Кавказ. И начинайте молиться с ним вместе. Зачем? У него простой подход к людям. Очень просто. Это же другое. Владимир, с ними посмотреть в храме. Он сидит и объясняет. Каждое слово объясняет. На нем, объясняет. Видать, делают бабки. На голове нет. Народ его знает, его любят, идут люди. Издалека едут. Но он сам как это пережил это все. И говорит, я сам что пережил, о том и рассказываю. У него сильно искренне получается. Да, жизнь столько-то.
А что, он красивый, что ли? Простой дедушка просто. Нормально. Высокий. Да как за него тогда молиться? Каких только это нет вообще. Молиться, чтобы вокруг него ересей не было и суеверий. А то там матронушки, цепочки, там всякие брелочки. Славик Крашенинников тоже. Славик Крашенинников, реплоиды там, которые живут внутри это земли. Он тоже все большое. Там все вокруг него там это крутится. Ой, нет, не Господь, от чего? От всего не нужно. Простой очень сильно. Простецкий мужик. Осталось. Ну, может быть, один из лучших, кто в простоте что-то говорит хотя бы. Другие еще и ничего не говорят. Да. Евреям 5.10. Быв наречен от Бога. Так, это я прочитала. Евреям 5.11. А нет, не прочитал. Ну, кого не прочитал? Нет. Да, прочитал. Евреям 5.11. А всем надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособны слушать. Так, ты к себе это отнеси. С епископом-то. Тебе трудно объяснить, потому что ты не способен слушать. Да я для людей, и мне все понятно. Я уже давно. Для людей. Угу. Как Николай Фольгоев. Коммунисты тоже все для людей делали. Я Златоуст объясняет, когда я противостал при всех Петру, что Иванов был увлечен лицемерием-то. И люди поняли, вот видишь, у них даже разногласия между апостолами. Он говорит, нет. Это два вала, запряженные в один плуг. Ну давайте, мы одного звалим, Петра завалили. Второй потянет? Нет. Нам нужно обоих валов сохранить. Златоуст говорит. Как? А с ним иудеи. Иудеи держат, договорились. Знаешь что, Павел, ты на меня напади, а я промолчу. А те, глядя, что я молчу, а эти-то более мелкие, я не примут. И когда он напал на него, Павел-то, и он промолчал, ничего не сказал. Ну виноват, Павел, тут из-за людей-то. А те сразу... Ну уж Павел помолчал, а нам-то еще тут развивать. Вот объясняют, он адвокат настоящий. Петр. Ну маленько, то гибким умом-то, посмотрите, какая там мысль может скрываться. А так ли было? Очень похоже, что так. Очень похоже. Мне, можно? Меня волнует вопрос, почему в зарубежной церкви, когда вот батюшка приезжали с Виктором Андреевичем туда, не разрешали даже снимать. И мы даже ни одного кадра не можем посмотреть, как все проходило. Все было закрыто. Как будто это не зарубежная церковь, а КГБшное, НКВДшное собрание. Как так? Такой духовный вопрос, столько паствы, ну не побоюсь слова, сотни тысяч людей относятся к тем, которые там сидели. И батюшка приезжает и на пальцах нам рассказывает. И то мало рассказал Виктор Андреевич больше. И то Виктор Андреевич, чтобы нам рассказать, он месяц болел. Болел месяц и думал, что нам рассказать. Но встал и говорит, я думаю, как бы вам рассказать. Но я вижу, он вообще изменился с тех пор, как приехал с 2003 года. Это наполовину другой Виктор Андреевич, который был. Наполовину. Он говорит, вы не представляете, что там. Так молодые-то ходили там, говорит, не давали никакой записи сделать ничего. Вещь неслыханная. Он тут привык, свобода у нас тут. Все, зарубежная церковь, свобода, свобода. Туда приехали. Ага. Держите карман как можно шире, насыпем вам картошки. А теперь воскресить теперь первый, который был Антоний Храповицкий. Дальше, кто идет? Анастасия. Дальше идет Филарет, митрополит Виталий, это первый святитель, который у них. Они бы воскресить, они бы со страха умерли. Это они так подстилались под московскую патриархию, любыми путями. Но их и судить нельзя, потому что все разваливается, никого нет. Люди приезжают сюда, свободу-то открыли, они приезжают... Причащаются, у нас все одинаковое. Надо было теперь официально это затвердить. Иначе те оставались бы ни с чем. Возьми у нас Евтихий-то он. Да это он только писал у меня есть, как он против шел. В одну ночь изменился. Принимать надо. А сейчас поднялся против Путина. Да это вообще... Да? Кто, Евтихий? Да. А что, где написано? Ой, что? В интернете. Да в интернете у меня было... Евтихий против Путина? Мы его нажали, говорит, он убрал, да. Стер, говорит, убрал все. А когда? Он беседовал, когда... Ты здесь? Я не видел. Путин, когда приезжал на Вала, где-то там беседовали, но недавно знал, это было. Что один Бог у нас и мусульман. А-а-а. Это первое, это патриарх А-а-а. Еще сказал. И второе, там насчет мощей. Какая разница, говорит, те Ленина посчитают, а вот тут, говорит, другие А-а-а. Мощи. И он, я признал, это грязь такая на нас, и давай против. Значит, прямо кому-то, против. Кому-то голосовать. Я до этого он выступал, до этого еще те годы там, голосовать за Путина. А тут вышел, чтобы за Путина не голосовали прихожанам-то. Ну, наверное, его там задели, зажали, писали. В интернете тоже. И он сразу все стер. Сказал, тебе надоело быть? Ну, благочинным.
там, пенсию получать надоело. Собора. Выше имя-то. Уберем. Вот и все. А он заранее мог это предвидеть? Ну, конечно. Что тут? Он до этого мне говорил, говорит, это страшное дело, система. У меня ролик, как называется, система. Но мы были, он нас всех благословил, все по-хорошему, ночевали. Но мы вот пытались его здесь еще, до собора, помните, в 2002-м, пытались ему рассказать, что не изменится она, не изменится Московская патриархия, никак под никак. Вас не прогнется она. Ну и пришлось им прогибаться до самого конца. И мы одни остались, только не прогнутые. Я думал так, они последний когда пойдут на компромисс, скажут, да, зарубежные скажут, давайте вы из сергианства выходите, Сергий, митрополита Сергий там, анафем или как предать-то. Ну и второе, из мирового этого совета, церквей, и больше ничего не надо. Я думаю, а тогда главная причина убрана, и теперь могут быть, они ни шага не сдвинутся. То есть Московская патриархия абсолютно беспокаянная организация. Абсолютно, нигде ни разу она, папа поехал просить у евреев прощения, прямо перед евреями в Иерусалиме, он там говорит, патриарх ни один не поехал. А евреи так как гнали здесь, бей жидов, спасай Россию, это русская наработка, это не немецкая. Аминь. Так и по этих святых, которые были против Сергия, так и не, да. Святыми не признают, не канонизируют. Политика. Потому политика, что политика, одно с другое цепляется, и 9 мая сюда пошло, и они самые близкие коммунисту сейчас, как ни странно, это религиозные, наша организация Московская патриархия. Ближе всего к коммунистам. Меньше всего сдвинулись, от коммунистов отодвинулись они. Мы сидим в краевой администрации здесь. Там, кажется, Поздняков был такой, заместитель Сурикова. И он показывает журнал, там, «Великодержавие». А вы читали такое? Я говорю, да, знаю. Да. Я говорю, как? Мы за православие, но против христианства. Прямо написано. За православие, но против христианства. То есть, они же сумели сделать, а разрешили, сумели. А мы не можем сделать. Конечно, они имеют не нас, православных, а имеют там православие, это что, Иван Грозный, там Петр Первый, ну и дальше. Те, которые государствообразующие правители. Владимир Красносолнышко, как же? Да. Константин. И это прямо официально написано, за православие, но против христианства. А мы? А мы за православие, за христианство. И православие нужно показать то, которое должно быть. Вот сейчас пишет один, я пошел туда, батюшка, гляжу, он как делает. Пришли неверующие, совершенно неверующие. Принесли ребенка неверующего. Кумовье взяли, некрещенные неверующие, все. Все некрещенные неверующие. И батюшка, да это ладно, это ничего, лишь бы деньги только. Мы говорим, каноны, знаете, каноны уже устарели. Это мне только сегодня ночью написали. Я стоял, что мне делать? Отвечает, я говорю, батюшка, как же они устарели? Это же каноны-то. Да перестаньте вы каноны. Кто их соблюдает? Приезжал, хоть маленькая бородка была, а сейчас ничего нету. Где? В Италии, кажется. Из Италии мне этот пишет. Владимир. Мы должны держаться истины. У нас очень ясно это прописано. Мой наказ самый первый, меня не будет. Никогда не быть патриархией. Никогда. Потому что сразу они уничтожат. Сразу начнут командовать. А так мы рядом, они ничего. Мы к ним никогда не относились. Как нас можно? Мы и повода не надо давать. Нас уже не было. У нас митрополит в пример ставит. Если верить, вот видите, как верят люди. Посмотрите, а вы что? Наши общины называют уникальными. А мы себя такими не считаем. Я его, я же его на машине тогда встречал. Ну, на Пасху-то вот на день деревни. Да, да. И вот когда шли, крестный ход проходили мимо, он остановился. Поклонился вот так мне, полуубались, ну и я под благословение подошел, все, дальше вот, пошли. Все остановился, весь крестный ход. Помнит? Представь, сколько у нас надписей. Милостивый. Это между каждой иконой надпись. Ни один, кто был, ни священники, никто не остановились. А этот, тогда еще епископ был, подошел. Так, ты отверг меня, я отвергну тебя. Я погублю тебя, я устал миловать. А где это написано? А там выгорело. Я говорю, Андрюша, а почему не написано? Да было написано, говорит. Ну, выгорело. Ну, 15.6 Иеремии. Почему никто не поинтересовался? Он везде прочитал, какое местописание. Ну, вот, помышляйте о горнем, Колоссянам 3.1.2. А здесь нету нигде. Какой он внимательный. А еще ваши, значит, какие там Александры.
Да он нас как-то называл, американскими там, с бородами тут шпионами, пришли. Шпионами, шпионами подпоясанные, говорит, подпоясанные, это шпионы. Шпионы какие-то. 10 лет назад. Чтоб себя выдать, да, шпион? Мы на ярмарке. Ты ему только скажи, да не. С Александрой на ярмарке были, ну, вот, православной. И он идет со свитой всей. Мы с Александрой как-то так получилось, но мы расступились по обе. А он остановился. Вы, говорит, это так что, в Потеряевку как раз нужно было вот скоро ехать. Так прямо это с нами поговорил, да. Кто мы такие? Так. А когда к Христу, значит, видит, подходим на душа. На прощенное воскресенье, когда приходим, как он относится к нам? Да, верующий. У него улыбка с лица не сходит, митрополита. Он и обнимет, и поцелует. Это просто так, наш батюшка сказал. Да благословит его Господь и сохранит. Чересчур много для так, да? Актерством заниматься для нас. Которая против, он и говорит, я говорю, подержал это нас, ой, говорит, как на вас, говорит, показал, говорит, стучит копытами. И все. А кто стучит-то? Ты сам понимай. Ну, не мирские же власти. Он понимает правильно, что это не человек делает. Это испытание нам дается. Когда за этим что-то и губит, вот как этот Олег Квашнятый, да зачем нам это? Можно ответить один раз. Олег, салат. Олег, я зову, говорит, этот Боров-то, я говорю, вепрь дикий. И он злобный такой. А что ему отвечать? Все отвечено. Я один раз с ним по скайпу говорил, все ответил. Он никогда не причащался. Ничего нету, не крещеный. И какие-то от него. Он сидит один, вот никуда. Сергей-то парализованный, у него весь мир перед ним на колени становится. Чтут, а этого кто будет чтить? 1.5 сантиметра. Это, холодца, медуза. Добро, зачем добро это? Добро не сеет. Да еще злой. Ой. Давай. Давай, что там? Евреям 5.11. О сем надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособны слушать. Толкование. Намереваясь говорить о преимуществе священства Христова, он заранее обличает слушателей, указывая, что по младенчеству их он высказал столь уничиженное о Христе, занялся учением о плоти Христовой. Ведь если бы они не были немощными, он давно бы напомнил им о более возвышенном. Следствие вашей слабости, говорит, является труднообъяснимым для вас учение о том, каким образом Христос есть первосвященник по чину Мелхиседеков. И так как вы не разумеете, то поэтому я не могу вполне объяснить вам. Так, Коринфянам говорит, что не может беседовать с ними о духовном, так как в них споры и разногласия. 1 Коринфянам 3.3. Почему? И именует их плотскими. А так как у этих невежество происходило от скорбей, то их он называет не плотскими, но немощными. Сказав «сделались», он показывает, что они были некогда здоровыми, а после сделались такими. Так, вопрос. Все надлежало бы говорить много. А после сделались такими. Но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособны слушать. Павлу, корифея мысли, трудно истолковать. Я один вариант сказал, не принимает. Я тогда с другой стороны не понимаю. Третий, у меня больше ничего нету. Я понимаю, надо отойти. У меня вот такие заходят. Я говорю, да уже сколько раз на эту тему беседовали. Ну никак, священники не хотят. Ну не хотят, это его выбор-то. А тебе зачем он нужен-то здесь? Ты начинаешь свидетельствовать, приглашай к себе людей. К тебе не идут. Которые не идут, пусть не идут, они не твои друзья. Приглашай тех, которые идут. Ничего не объясняй. Ни на один вопрос не отвечай, кроме того, что по Писанию. Вам это надо, это ничего не даст. Но я могу сказать, у нас там монастырь или что-то. А зачем? Придет время, они будут искать. По одному листику. У меня к истинному православию, он говорит, сообщили в Германии, говорит, он диссертацию защищает, священник, по вашей книге. А там сколько, там материалы-то какие? Одну фразу, это надо было 4 тома прочитать. Златоуста 2 фразы, это 12 томов, чтобы найти это.
При защите диссертации, может, кто уверует еще? Многие священников покорились вере, написано. Да, защита диссертации от количества уверовавших, пускай будет. Так, сколько? 50 человек, ладно, четверку, как и быть. А у нас 100 зерен, о, ладно, пятерку. А монахи, 100. А миряне это так, там 30, может быть, и то, если там. Евреям 5:12. Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия. И для вас нужно молоко, а не твердая пища. Толкование. Точно. Обличение соединяет с похвалой, говоря, что вы должны быть учителями и для других. Здесь он показывает, что они уверовали уже давно и слышали о таинствах. То и другое достойно похвалы, если бы только они не родили. Время, говорит, и делает более сильными. Вы же, будучи избавлены, напрасно потратили его. Началами называет учение о человечестве Христовом. Ибо как во внешних науках прежде всего должно изучить письмена, так и здесь. Слове Божием прежде должно узнать учение о человечестве Христовом и освоиться с учением об уничиженном состоянии его, а потом должно приступать к учению о божественности, требующем более совершенного разума. Вот, ты совершенно ясно понял от самого Павла, по какой причине он занимается беседами об уничиженном. А о чем-нибудь возвышенном говорит редко. И этим он делает снисхождение к немощи слушателей. Вот и это послание переполнено мыслями об уничиженном. Если же есть в нем возвышенное учение, то оно кратко. Не сказал, что имеете нужду, то есть молоко необходимо вам по естественным причинам, примечание редактора, но сделались. Стали такими, то есть вы сами довели себя до такого состояния, то есть молоко снова вам необходимо, потому что добровольно сделались такими. Молоком он называет упрощенное учение, и здесь, и в послании к Коринфянам, 1 Коринфянам 3:2, подтвержит дай же пищей, разумеет более совершенное и возвышенное учение. Посему говорит, теперь не должно вносить того, что было под законом, и не должно делать сравнение между теми священниками несравнимого Христа, или как в том отношении, что он первосвященник, так и в том, что он принес жертву, и в том, что он молился с воплем и коленопреклонением. Однако, как вы питаетесь этим, то я предлагаю и это. Заметь, что то, что для нас теперь неудобоприемлемо, тех тогда питало, и что Слово Божие есть истинная пища, ибо пошлю на землю жажду слышания слов Господних. Рукомос 8.11. Комментарий Игнатия Лапкина. На слова Феофилактов, в Слове Божьем прежде должно узнать учение о человечестве Христовом. Во всех наших разговорах, свидетельствах перед миром о нашей вере нужно помнить, что самое главное, что оправдывает произнесение звуков, что не будет в грех никогда, это свидетельство о Христе. Не мудростью своею книжную щеголять, но показать величие образа Христа, его голгофской жертвы, его страданий, его любви. Первое послание Коринфянам, 2 глава, 2 стих. «Ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого». Слове Божием прежде должно узнать учение о человечестве Христовом и освоиться с учением об уничиженном состоянии его, повторяется цитата Феофилакта. Наша речь, мысли выражаются
в написанном: «От этого отречься намного труднее. Хотя бы раз в жизни задайтесь целью проверить, чем живет современное православие, о чем говорит и пишет, о чем старается, на что тратится». Если ответить кратко, то можно ответить так: на что угодно, и даже на внешнее благочестие, на удовлетворение внутренних духовных запросов православной души, но только не на Слово Божие. Ибо мы должны не просто ставить поклонные кресты, при том как можно больше, не просто совершать крестные ходы, при том как можно больше, не просто праздновать крестовоздвижение, совершать поклонение животворящимися кресту, но нужно прежде всего во всем этом видеть свидетельство о страданиях Христа. И, читая Библию, изучая ее, благоговея перед нею, нам в Слове Божьем прежде должно узнать учение о человечестве Христовом и освоиться с учением уничиженном состоянии Его. Вопросы? У кого, если есть? Евреям 5.13. «Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец». Толкование правды здесь он называет или образ жизни совершенно исправный, говоря как бы так, что «не сведущий, не искусен в вышнем любомудрии, не может вести высшей жизни». Этого требовал и Христос, говоря: «Если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев» Матфея 5.20. Или правдой он называет самого Христа, говоря так: «Тот, кто причастен уничиженного их учения о плоти, не принимает возвышенного и достойного Христа учения, так как он младенец и не способен принять его». Вопросы? У меня нет вопросов, просто я немножко хожу сказать аминь. Вот эти вот, он говорит о начатках. Ну, если так каждого сейчас нас разбери, мы многие эти тоже начатки учения тоже не знаем. Так должны знать. Как апостол Павел говорит: «Ваше, за это время ты уже должен быть учительствовать. А ты все, как говорится, в ученика все ходишь до сих пор». Ладно, знаем мы тут, по-моему, все. Павел, что ж ты знаешь, начатки учения? Я тут говорю, вот это. Что ж ты говорить уже не знаю. А я о себе говорю, ты уж прости, если тебя задел. И ты знаешь. Так, вот я теперь, можно вопрос задам теперь? Вот я его хотел задать, это вот в конце, нет, не здесь, вот здесь. Говорит, потому что вы, как он говорит, с такими стали сами. Да. То есть были одними, а потом сами до этого дошли и перестали меня понимать. То есть, получается, они до этого его понимали? Или он говорит здесь именно о Ветхозаветном, еще не зная Христа, они понимали друг друга? Вот у меня вопрос какой. Или уже, когда узнали о Христе, они сначала приняли, а потом, это значит, он какой-то группе пишет, или прям послание к евреям, к тем евреям, которые уверовали во Христа, а потом начали заблуждаться, иудействовать, или вообще к неверующим во Христа? Просто к евреям, так как они знают закон, Слово Божие, закон его, как бы пытались исполнять. Думаю, к тем и другим. Да, думаю, я думаю, к тем, которые сначала веровали, все-таки уверовали во Христа как-то. Да, к тем, кто уверовал. Мне больше к этому склоняюсь, потому что, видишь, он говорит про молоко, то есть начально они приняли, вот как мессианские евреи, я сейчас понимаю. Они приняли, да, Мессия, охота, чтобы Мессия был. И апостол жарко так проповедует, говорит им: вот, ну, Христос, кто он? И, ну, так складно все получалось у него, что они, ну, приняли начально это, что, ну, да, Мессия, Христос, мог, конечно, мог быть вполне. Ну, а потом что-то не заладилось у них. Ну, можно даже из этого послания понять, в чем дело. Частично, конечно. Было бы тут еще именно те вопросы, которые они задавали, было бы легче нам, может быть. А так нам приходится самим что-то догадываться. Вот так Сергей. Вот.
Как думаете, Игнатий Ильич? Каким евреям это он говорит? К тем, которые уверовали во Христа, а потом что-то им стало непонятно? Или к тем, как мессианские евреи, допустим? Или к тем, которые не знали Христа, были его друзьями, вместе его знали и так далее? Или вообще ко всем евреям, и к тем, и к другим? Хотя тут же, не знаю. Сережа, ты уже не слышишь? Нет, Игнатий, ответьте. Еще вопрос-то хороший. А почему нам все не принять? Люди разные, одни были такие, другие такие. А, как бы учение это разделить молоко. А, ну можно тогда, да. Поэтому вопрос так вот категорично ставит. Это люди-то разные. Ну, ясно. Вот мы только думаем, что мы все одинаковые. А маленько, видишь, вот как коснулось. А кто он завтра опять? А под каким я епископом лежу? Ну, не лежишь ты под епископом. Гляжу. Успокойся. Жу-жу-жу. Вон. Можно я немножко внесу это? Ясность чуть-чуть. Дело в том, что этот вот здесь Анастасия в группе у нас, да, библейские занятия это ведется там. Вот. Она же тоже из этих мессианских как раз евреев-то была. И она говорит, что они, когда перешли в православие, они же начали изучать и поняли, что они, будучи протестантами и в ереси находясь, да, говорили о Христе, а начали вот это вот иудейское вот это, у них стало превосходить христианство. То есть они уже о Христе уже начали как бы постепенно понижать, а все иудейское, все погружаясь. То есть вот может даже вот здесь вот это. Похоже. Да, то есть что-то вот в этом есть какая-то сходность. Они поняли, что дальше-то нельзя идти, иначе совсем уже тогда. Тогда кто как Христос? Да, что-то такое? Мигает, не хочется ли тебе? Хочется, да. Прижимай, чтобы она питалась. Как раз на 9 минут осталось. Электроник ты наш, прижми как следует, питаться будет. Но вследствие чего они сделались такими, что им нужно давать молоко теперь, а не твердую пищу? Вот. Я просто по себе расскажу. Ситуация такая, допустим, вот когда мы ходили на занятия, мы прямо горели. Вся информация вот вливалась такая, и все принималось. И у меня все перевернулось кверх ногами. То есть я была такая, а нужно было мне вот совсем другой. Это у меня все восприятие было. И я принимала во мне все. И я ходила на занятия, ходила на благовестие. И вот время проходит, тускнеет, тут все немножко. Какие-то там услышала, что-то там услышала. Вот так нужно было. И вот как мы сейчас, к чему сегодня только разбирали, к чему мы пришли-то. Ходили, изучали, благовествовали людей, это как бы, ну, мы как бы сами научали, чему сами научились. И вдруг мы не там находимся, а вот у нас не то. Мы попались, сатана со всех сторон же подходит. Как бы к нам подойти, какую бы то еще нам бы влить такую, чтобы мы бы вообще бы распались вот так. А есть такой человек, который нас как-то вот раскрывает нам эту картинку. И сидим, уже успокоились, уже все довольны, уже все согласны. Вот у нас уходит вот это, уходит, потому что сатана, мы должны бодрствовать, сатана похищает у нас то, что было, и то, что мы ревностно так этому служили. А потом уходит, как-то забывается, житейские попечения наши все это покрывают. И все, и мы переходим на другой уровень, да еще и слышим не такое это лестное со всех сторон. И у нас нет такого вот стержня, и мы теряем. Мы теряем вот все, что получили. И переходим уже на молоко, а не на твердую пищу. Хотя благовествовать ходили мы с твердой пищей. Мы уверены были, мы горели. А сейчас все потухли. И уже видно, что, к чему идем уже. Вот и молоко. На молоко перешли. У меня такое вот все вот по сегодняшнему моменту как-то. А вы помните, одна женщина, она жила, ее спрашивают, а на какой территории? Израильская? Да нет, говорит, не израильская, это тут мавритяне. А те спрашивают, да нет, это к евреям относится земля. Она одна. Еще она там одна жила, непонятно. Одна, при том не написано, что у нее муж был, дети. И вы знаете, для чего ее Бог берег? Когда пришел у них непобедимый воин был у язычников, Сисара звать. Сисара. И когда они его разбили, и он тогда один убежал где-то. И добежал уже граница перейдена, а она живет одна, и все знали, ее не трогали. И она его пригласила и молоком напоила. А когда он лег спать, она взяла кол осиновый
поставил вот так, чтобы потихоньку, а так махнуть-то можно промахнуться. То есть, а сверху молотом как дала и проломила. А вот тогда уже и погоня. Погоня. А вы не видели такого? Видела, открыла шатер, посмотрите. Вы не этого ищете, ищете. А гонятся-то какие смелые люди. А когда пошли на фронт, они пророчески сказали, если ты не пойдешь, то мы не пойдем. Все равно мы побеждены будем. Она говорит, ну если победа будет, то только не вы. И получилось, что женщина победа отдана. Вот на этой грани сейчас и находимся с осиновым колом, который нападает. Да. Молча, подойди кол, поставляй, на кувалдой стукни и все. Духовно, конечно, а то вы сейчас начнете, а то труды. Нет, понятно, что духовно. Тут машина Моргенская будет стоять у ворот. И вот она ухлопала его, и все, а он воин какой был, а мать его ждет, в окно выглядывает. Цесаря мой сыночек, он там задержался, а добычу у него унести не может. А он уже лежит околел. Исполнилось пророчество Деворы, и то, что она там жила, вот снимок какой есть, надо посмотреть, как она, шатер этот. Я сейчас гляну только. Ох. Лопается, как красиво. Интересно. Ну, кто-то сердце дрожит, когда он так выгибает. Вот тут где-то, да. Второй, наверное, да. Яков возвращается домой. Яков борется. Это он в плену. Его любят все. Да нет, это еще Яков же. Надо вторые царства. А вот теперь... Вот где-то здесь, да. Это ангел так изображен. А нет, опять, это еще нет. Дальше. Еще Моисей. Ух, это еще Исход. Вот они шли. Вот это рядом, прямо чисто рядом, рядом. Левит. Сильные картины какие. Вот война, Гай. Стой, солнце над головой. Вот она. Вот она. Она шатер открыла. Кто? Иаиль убивает Сесару. Вот она. Открыла шатер, а те вон они гонятся. А он лежит, все, у хайдакала. Вот эта баба, я понимаю. Вот для чего она была нужна. Ну, вот такой женщины под каблуком спасение. Красота. Была. Красивая. Ну, подойди, где? Книга Судей, 14, 4 глава. А, судей. Судей. 4.16. Кто не видел снимок, посмотрите. Вот она. Ухайдакала его. Вышел, все, а он уже лежит. Вот женщины бывают-то. Да. В наших селениях, да? Ну-ка, прочитай. 4.16. Она потом в Россию убежала и народила вот таких русских. 4.16 там. Какой там? Назовите точно. Ну-ка. 4 глава. Судей. С 15 по 22 стих. С 15 по 22. Тогда Господь привел замешательство Сесару и все колесницы его, и все ополчение его от меча Варакова. И сошел Сесара с колесницы своей и побежал пеший. Варак преследовал колесницу его и ополчение до Харош Шефгоима. И пало все ополчение Сесарина от меча. Не осталось никого. Сесара же убежал пеший в шатер Иаили, жены Хивера Киньянина. Ибо между Иавином, царем Ассорским, и домом Хивера Киньянина был мир. И вышла Иаиль навстречу Сесаре и сказала ему: «Зайди, господин мой, зайди ко мне, не бойся». Какая ласковая была бабенка. Бабеночка, да. Он зашел к ней в шатер, и она покрыла его ковром своим. Сесара сказал ей: «Дай мне немного воды напиться, я пить хочу». Она развязала мех с молоком, и дала напоила ему его, и опять покрыла его. Таблетки две снотворного дала ему, наверное. Песня есть, и дала ему молока, молока дала ему. Еще дальше. Сесара сказал ей: «Стань у дверей шатра, если кто придет и спросит у тебя, и скажет, нет ли здесь кого, ты скажи нет.
учит врать. И Аиль, жена Хиверова, взяла кол от шатра и взяла молот в руку свою и подошла к нему тихонько. И водила кол в висок его так, что приколола к земле. Она через всю голову прошел кол. А он спал от усталости и умер. Говорится, проснулся мертвым, как говорится. Да уж. Ну еще дальше. И вот враг гонится за Сесарой. Вот они гонятся, там картинка там. И Аиль вышла навстречу ему и сказала ему: «Войди, я покажу тебе человека, которого ты ищешь». Он вошел к ней. И вот Сесара лежит мертвый, и кол в виске его. И смирил Господь Бог в тот день и Иовина, царя Ханаанского, перед сынами Израилевыми. Все. Все, убили. И она на своем месте была, ждала определенного часа. И так она для чего-то рядом, ближе сюда, первой. Но она не одна. Да. Ближе. Для чего-то жили. Ты не забывай третий том и первый принести мне. А. Все, да, да, да. Сергей, все. Завтра привезу с утра. Ну, одна мне обязательно специально. В среду принесешь. Все, все? Все. Какое место проходили? Сейчас какая глава будет? Давай еще пятую не дошли. 5.11. Ну и ладно, дойдем. Это евреям? Да. 5.11. На этой неделе мы не договорились. На этой неделе. А? На этой среду неделе. Договорились. Что не договорились? А, в среду в 5 часов. В среду в 5. Угу. Приготовься. Подружек возьми, кланяйся. Сестренки, приходите. Вы молоденькие. Ваша молитва лучше нашей дойдет. Да. А то мы старенькие, телефон у нас еще размазаны. Понимаете? Как наш... Больше, подождите чуть-чуть. Сейчас я... Это так. Ждем чуть-чуть. Детские выкушали. Тарелочки оставили, там грязные соточки. Иди помой. Иди еще помой. Иди посмотри, а потом ответит. Они должны быть на месте. На место относитесь. Нелегко за тобой идти, мой Спаситель, куда б ты не вел. Помоги крест тяжелый нести, чтоб без робота с радостью шел. Когда я упаду на пути, ты простри ко мне руку свою, помоги за тобой идти, тебя. Достойное зеркало истину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слово рожшую, сущую Богородицу тебя величаем. Иван Тихонович, Отец наш Небесный, мы предстали перед Твоим величием воздать достойную хвалу Тебе. Слава Тебе за этот воскресный день, напоминающий о Твоей победе над смертью. Если мы в чем погрешили, прости нас. Даруй доброго хозяина этой земле. Только Ты можешь избрать без погрешности и сохрани их правителя от покушения на них. Распусти нас с миром и слышанное помоги исполнить. Благодарим Тебя, что Ты даровал нам святую православную веру. А на поносителей воззри, не дай исполниться им злым пожеланиям. И в судный день не помяни их безумие. Тебе, Боже, слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Услыши нашу молитву, Господи, и прими ее воздяние рук, как жертву вечернюю и благоухание, приятное перед престолом благодати Твоей. И соедини нашу молитву с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Боже, услыши и исполни молитву всех молящихся о нас во благо нам. И прими нашу молитву о всех, заповедавших нам молиться о них. Спаси их, Господи, и помилуй, и болящим дай силу все перенеси. И Сергея парализованного благослови, Анастасию, Людмилу, Татьяну. Будь милостив к нам. Хвала Тебе за все. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Говори, Господи, Владыка, Аминь. Слушает и дослышит раб Твой.
Слава тебе, Господи, за все. Аминь. Аминь. Чего? Учит меня внутренность моя.